Первое поздравление сотрудникам ГИБДД прозвучало от главы района. Андрей Иванов отметил огромную важность работы госавтоинспекции и подчеркнул ее серьезные успехи. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с пострадавшими удалось нам уменьшить на 18%. Число погибших на дорогах при ДТП снизилось на 35%. И очень важно, что на 20% стало меньше аварий с участием детей. Все это итоги с нашей с вами каждодневной, кропотливой и напряженной работы. За 5 последних лет нагрузка на сотрудников службы значительно увеличилась. Тем не менее, высокий профессионализм позволяет одинцовским госавтоинспекторам добиваться стабильно высоких служебных показателей. Те показатели, которые мы с вами добились на протяжении прошлого года и в течение уже первого полугодия 2016 года, говорит о том, что мы действительно с вами идем в правильном направлении. Мы действительно с вами работаем над общей профилактика безопасности дорожного движения. Мы действительно с вами достигли хороших результатов, в том числе сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории района в целом. Культура вождения, уважение к правилам дорожного движения – все это закладывается в детстве, еще в семье. Начинать профилактику необходимо с самого раннего возраста. Родители на сегодняшний день, мы все загружены, нам все некогда. И поэтому низкий поклон всем вам, кто занимается профилактикой дорожного движения среди наших детишек. То, что делается в Одинцовском, вообще в Подмосковье, в Одинцовском районе в частности, это вне всяких похвал. Оксана Пушкина выразила слова особой благодарности инспекторам по безопасности дорожного движения Одинцовского отдела ГИБДД и 10-го батальона полка ДПС «Северный» Евгении Ворониной и Александре Лобановой. Директор государственного предприятия «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, поздравляя собравшихся, сравнил профессии госавтоинспектора и газовика. Обе очень ответственны, связаны с безопасностью людей и не признают ссылок на плохую погоду или неурочное время. Это люди, которые выдержаны, люди, которые имеют крепкий характер, крепкую закалку. И я хочу пожелать вашему коллективу, многолетнему коллективу, хочу пожелать лично каждому из вас, прежде всего, это безопасности. Слово «безопасность» есть в названии вашей организации. У вас тяжелейшая работа, тяжелейший труд. Труд небезопасный. Поздравить одинцовских госавтоинспекторов с профессиональным праздником пришли и известные артисты. Леонид Ермольник, Игорь Угольников, Денис Майданов, Артур Руденко, Сергей Листопад и известный театр-студия «Ладушки». Петр Горохов, Евгений Муравлев, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов. Телекомпания «Одинцова».